Сегодня, 16 мая, в Самаре трамвай столкнулся с автобусом. Авария произошла на пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентская. В результате столкновения автобуса и трамвая пострадали два человека. Как сообщается, водитель трамвая выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где допустила столкновение с пассажирским автобусом. После столкновения автобус отбросило, и он задел легковой автомобиль Kia. По факту данного инцидента проводится проверка.